Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть в Call of Duty 2 Front. Так. Прохоровка. Ну, кстати, Прохоровка. Это... В танках есть такая. Прохоровка. Направление на север, наступление на Прохоровку. Немцы отступают. Но мы должны остановить их, прежде чем они доберутся до реки Псел. Лишнего времени у нас нет. Выступаем. Давай. Наступаем. Кстати, пока наступаем, не забудьте подписаться на канал, поставить палец вверх. Будьте на чеку. Да, ну мы на чеку, на чеку. Кстати, Прохоровка танки. И здесь тоже на танках по Прохоровке. Давай. Ждем. Так, увеличить, не увеличивать. Пробейте зарядку. Уничтожьте те орудия. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Я же могу форсировать реку. Так, уничтожить орудие рак, осталось одно. Здание, противотанковая пехота. Так, в здании нету больше. На всякий случай. На случай бывает всякий. Господи, тут не видно ничего, как я еду. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот здесь вот сам World of Tank применяй. Так. Едем мы не просто так. Танки! Ловушка! Рассредоточиться живо! Так. Блин. Вражеские танки с востока! Давай. Нифига себе прилетело. Ну, спасибо вам. Берегись. Берегись. Здание Панцерфаус. Где? Развалины Панцерфаус. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, линия горизонта расчищена. На всякий случай. Патронов-то мне хватает. Снарядов, то есть. Бунт прилетело. Прилетело. Это арта хреначе, что ли? Из-за поворота. Реально похоже, да, на World of Tanks. Этот как раз. Ой. Какое место не расчищено. Они блокировали дорогу. Обходите слева. Давайте. Ой, деревья можно тоже рушить. На танке. Хорошие мысли. Да уж, надеялся на это. Всякий случай. Так.
Подбили, подбили. Что-то я понять не могу, тут выскочить можно, что ли? Но вроде не выскакивает. Мало ли что это могло быть. Когда непонятно стреляй. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Обстрелы, обстрелы. Похоже, что на. Товарищи, на. 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 Блин. Пока там кто-то шевелится. Так. Хорошая работа, товарищи. Ай-яй-яй-яй. Не вижу. Не вижу, как еду. Хорошая работа, товарищи. Да, кстати, вот здесь очень интересно. Я не один справляюсь. На. На. Продолжайте двигаться, товарищи. Фигаш по ним. Держитесь, товарищи! На. Блин, жалко, как крестиков нету за сбитые танки. За подбитые танки. Правильно, вот ты правильно как заметил. Подошли 34-ки, сейчас пойдут другие терки. Здесь совсем другая скорость, мы прикроем их огнем. Давай. Да. Мы брали свои машины, снова звезды нанесем. Хренач по нему. Ни одна падла не должна выжить. Это, смотрите, кто-то был. Таились сучары. В своих домах. Вон они, падла. А он даже... Этот Шульц-панцирь или кто он там? Как правильно назвать ее? Гранатометчик по-нашему. Засел. О, задача уничтожить немецкий дорожный пост. Понятно. А где пост? Что-то я не понял, ну-ка подожди. Вот нифига себе, подожди. Подождите. Спокойно. А почему я назад не могу уехать? Ну что, гусеницу сбили? Блин, ничего не двигаться же назад. Это, по-моему, те, которые мы взрывчаткой взрывали, да? ПТ-ха. Стреляйте без команды! Да, ПТ. Или это наши там? Так. С
Все, кто направлен в ту сторону. Наш, понятно. Так. Да. Отличная стрельба! Я знаю. Я хорошо тренировался. Да. Задержите! Кого? Не вижу, не вижу, не вижу. Да. Вот так тебе. Вот так. Вражеские танки с севера. Так, 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 так. Задержите их. Задержим. В кого ты стреляешь? Вот в это чучело. Я понять не могу, куда ты развернул. Ой. Я, оказывается, дом-то не могу. Ограду еще с деревьями могу, а дом-то уже не могу. Так, так, так. Берегись! Вау! Я его даже не заметил сразу-то. Так. Вражеские танки с запада! Где? Вижу. Тихо. Пока только был замечен один. Фашистские ублюдки! Ну-ка давай, сисяй. Так. Блин, выехать придется, да? На. 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 Поджог, поджог. Сбил. А вы как так его подпустили слишком близко-то? Внимание, послушайте меня. За 20 лет структуры этой великой армии я никогда не видел, чтобы группа людей сражалась с такой храбростью, как вы сегодня показали. Я горжусь тем, что могу назвать вас своими товарищами. Когда приходится убивать человека, очень легко быть вежливым. Уинстон Черчилль. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!